все. Да, пришли, разгромили лампадки наши, конечно. Я оценил. Мне все равно. Короче, я с вами. А почему вы мне указываете, что нам делать? Вы одессит? Конечно. Так почему? Боюсь даже сказать. Хорошо, Украина! Вон это все! Устроили здесь клетку! Убрать это все отсюда вам надо! В тюрьму они все! Как в Донецке дела? Вы же с Донецка приехали? Я одесситка, а вы из Бандерлога. А у вас же родители в Донецке живут. Вы с Донецка приехали? Вы с Донецка приехали? Я одесситка. Да ну? Конечно. Серьезно? А у вас же родители в Донецке живут? Ну так они в Одессе мне квартиру оставили, уехали. А теперь эти фашисты их убивают. А давно вы в Одессе? Просто для ну, да, для интереса. 59-го года. А, я понял. Не, я просто думал, что вы с Донецка приехали. Просто ты не думай просто. Хорошо. У нас фашизм в Украине. Где? Расскажите, где фашизм? Кто фашист? Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благій душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий. Цивільний корпус Азову прийшов сьогодні на Колокове поле з метою проконтролювати хід цього вшанування, так би мовити. Просто дивимося, все спокійно. Тут, власне, свої завдання ми виконали. Ми не тільки на своїй Бабушка правду говорит. Выскочила, а тебе что? Может, второй кости? Что? Да вот это, так я и советую, дай бог, чтоб 100 год ты жила и 200 год рачки ползать. Вот так. Thank you.
Українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанули ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Господар України!